сьогодні середа, і це вдалий час для того, щоб нарешті планувати свій бюджет. А його потрібно планувати правильно. Як це зробити, нам допоможе наш сьогоднішній гість Володимир Гаріпов, психотерапевт, і ми говоримо про сімейний бюджет. Правильно? Правильно. Доброго ранку. Доброго утра. Ми раді вас вітати у нашій студії. І, звісно, знаєте, одразу хочеться розпочати з того, що таке сімейний бюджет. Ну, не знаю, вот для меня деньги в отношениях, как и в семье, то есть это такая одна из сфер, вот, в которой, в общем-то, разворачиваются все те паттерны, которые есть у каждого человека и которые простраиваются в семье. Вообще, когда пары приходят поговорить про свои отношения, то деньги — это очень часто одна из сфер, где можно просмотреть, как люди организовывают свои отношения, кто что для себя определяет как приоритеты, как что-то важное, вот, каким образом распределяется власть, каким образом определяются границы, насколько люди могут находиться в близких отношениях. Ну, в общем-то, деньги — это всего лишь ресурс, вот, и то, каким образом в паре удается этим ресурсом управлять, то, как удается через деньги проявлять заботу, поддержку, либо же наоборот, подчинять себе другого партнера, в общем-то, всегда является таким некоторым диагностическим критерием. Вот, поэтому, в общем, не знаю, наверное, так же, как и в целом в отношениях, в деньгах очень важны, с одной стороны, границы, для того, чтобы я в паре мог себя ощущать самодостаточным, самоценным, достаточно свободным, это с одной стороны. А с другой стороны, в любых близких отношениях мне же важно, как и мой партнер себя чувствует. Вот. И поэтому в какие-то моменты, или если паре так комфортно, я могу поддерживать своего партнера, или мой партнер может поддерживать меня. Например, наиболее частая такая понятная сфера — это когда в семье появляется ребенок. Физиологически, там, женщина на этапе беременности, роды, сразу после родов. Если мы берем какую-то такую среднестатистическую семью, она, правда, больше времени уделяет ребенку, то есть это физиологически, психологически как-то так вот организовано. И, конечно, в этот момент мужчина становится там тем человеком, который отвечает за этот ресурс. Вот, и хорошо бы, чтобы, например, в такой момент там это не становилось какой-то, каким-то способом узурпации власти, способом контроля над женщиной, то чтобы оба партнера понимали, что это какой-то временный процесс. Это если говорить про какую-то точную часть. Найбільше конфліктів, так, виникає у пар коли зовсім відсутні гроші. Да? Буває часто, там жінка пиляє свого чоловіка, ти мало заробляєш, ми не можемо поїхати на відпочинок. Чи коли хтось більше заробляє? Там або жінка, або чоловік. І от вже притягування цього... Я думаю, что больше всего конфликта возникает тогда, когда нет, собственно, вот этих вот личностных границ и границ как пары. То есть когда не удается об этом честно как-то разговаривать и договариваться, как бы оба партнера хотели бы, чтобы в паре это выглядело. То есть какой вклад каждого из партнеров в отношения. Потому что, повторюсь, деньги — это, правда, всего лишь одна из частей отношений. Вот, и если у одного из партнеров есть какие-то ожидания относительно другого, и другому про эти ожидания, допустим, ясно как-то непонятно, это точно будет приводить к конфликту, потому что эти ожидания, они всегда будут транслироваться прямо, не прямо, то есть прямыми требованиями, манипулятивными какими-то. Второй партнер, если ему там не удастся это как-то там ощутить и понять, что от него конкретно хотят, он будет чувствовать просто напряжение, агрессию и будет, безусловно, защищаться. Это первый момент. Момент второй — это если люди не совпадают в ожиданиях друг от друга. То есть если мы входим в отношения с какими-то разными моделями того, как мы видим, как это должно быть, и на этапе этого длительного знакомства не удается как-то познакомиться с партнером, понять, прояснить его ожидания, предъявиться своим представлением о том, как это должно быть, и выработать какую-то комфортную нам модель, то в этом случае это тоже будет приводить к конфликтам. И третий фактор. Ни одни отношения, как и жизнь, как и мир не являются статичными. То есть то, какими мы входим в отношения, то, какими мы являемся в отношениями через год, через три, через пять лет, это все меняется. Общество, меняются ожидания общества, которые оказывают влияние на меня, на моего партнера. Меняется мой заработок, меняется заработок моего партнера. И вот то, как мы умеем договариваться, то, как мы умеем подстраиваться под партнера
и находить какие-то здоровые компромиссы с самим собой, вот это тоже будет влиять на то, насколько, ну, будет много или мало конфликтов. Дивіться, у мене таке запитання, чому я запитала, що таке сімейний бюджет? Тому що часто пари розмежовують. Одні кажуть, що ми маємо там 50% вкладати в спільне і 50% якби у нас було окремо. Хтось каже, чоловік більше, жінка менше. А чи можемо ми зараз з вами побудувати таку нормальну або ідеальну, не знаю, як це правильно сказати, форму сімейного бюджету? Щоб якби це була форма сприйнятна для подальших пар, вони розуміли, що так робимо і у нас буде все гаразд. Ну от якщо по процентам, то точно не зможемо, тому що це буде завжди очень индивидуально. А, в общем-то, принцип здесь, ну, наверное, должен быть, ну, или мне он, скажем так, импонирует, вот, который там, ну, не знаю, я в своих отношениях как-то организовываю, мне кажется, что он достаточно продуктивен. Там принцип такой, что, ну, вот как в отношениях, да, то есть позаботиться о партнере или не позаботиться. Вот пришел я с работы, не знаю, там, ну, человек, с которым я живу, хочет, чтобы я ему часть сделал. Вот у меня в этот момент как, ну, много сил или мало сил, чтобы ему эту часть сделать? В общем-то, с деньгами приблизительно точно так же. Когда, ну, если у меня достаточно чувствительности и осознанности к себе и достаточно внимательности к партнеру, то это всегда, ну, поиск там, ну, некоторого баланса и некоторых границ. Ну, потому что если про деньги, я сегодня могу больше зарабатывать, завтра могу меньше заработать. Конкретно в этом месяце это может быть такой доход, в следующем это может быть какой-то, ну, совсем другой доход. И это все всегда влияет. То есть это на мое, ну, на мое самоощущение, потому что нет какой-то, во-первых, универсальной формулы, вот. А второе, то есть, ну, это всегда все очень динамично и очень меняется. Еще думаю, знаете, что важно сказать, что, ну, деньги — это же, вот они таких, ну, две зоны всегда покрывают очень важных. С одной стороны, это про безопасность, вот, и если ощущение безопасности у кого-то из партнеров, ну, там, какое-то такое, ну, не очень стабильное, да, в силу, там, не знаю, каких-то детских историй или там фона, который в стране происходит, или там на работе какие-то кризисы, то, конечно, ну, этот партнер, он будет больше там сконцентрирован на какие-то такие вот вещи, связанные с безопасностью, то есть там покупка там квартиры, например, то есть это вот часто такая идея, ну, потому что она отражает потребность безопасности, вот. И еще важный момент, что, ну, деньги, они являются проявлением и подтверждением, ну, такой, ну, нарциссизма в хорошем, в плохом смысле, это не столь важно, то есть когда я там что-то могу, я могу это как-то продемонстрировать миру, могу продемонстрировать своему партнеру. Вот, это тоже, ну, тогда такой вот, если у меня, допустим, с безопасностью все закрыто, или вот такие нарциссические потребности, они в приоритете, то я, конечно, буду там деньги больше вот направлять в какое-то вот, ну, такое другое русло. От ви заговорили за безпеку, так? Досить часто, ну, поширена така думка, що жінки, чому вони обирають і хочуть обрати, так, якогось заможного чоловіка? Тому що це, знову ж таки, безпека, що там, грубо кажучи, мені і нашим дітям буде завтра що їсти, нам буде де жити і так далі. Це правда? Ну, это консервативная модель, она присутствует в нашем обществе, вот, ну, достаточно успешная. Объясню почему. Ну, во-первых, она такая архаическая, то есть она, ну, длительное время, ну, была обоснована, потому что, ну, мужчина там был добытчиком, вот, вот эта вся история, вот, поэтому, ну, то есть архетипически, то есть она очень глубоко интегрирована, вот, и мы на нее во многом опираемся. Но если смотреть, ну, на реальность, общество меняется, женщины вполне самодостаточны, вполне в состоянии заработать и себе на жизнь, и своему ребенку, если она там, ну, как бы остается без мужчины в этом процессе. Вот. Но вот это какая-то, ну, не знаю, наверное, в чем-то биологическая, в чем-то архаическая штука, но она, безусловно, присутствует, вот, и вполне такая хорошая работающая модель. Более того, даже если, ну, мы с моей партнершей, допустим, абсолютно, ну, не знаю, там, эквивалентно зарабатываем плюс-минус, вот то, что я говорил, что в момент, когда она, ну, там, будет беременной, будет рожать ребенка, она не сможет работать, ну, так как она привыкла. И, конечно, хорошо, если в этот момент эту задачу возьму на себя я, да, то есть у нас тогда там происходит перераспределение, ну, наших ресурсов временных, интеллектуальных, каких-то моральных, то есть она занимается там ребенком, вот, я занимаюсь тем, что я обеспечиваю деньги, вот. Но тут просто важно про эту ценность помнить. А если уже в стосунках жінка заробляє навіть там в рази більше чоловіка, для нього це комфортно якось? Ну, опять-таки, зависит от уровня собственного принятия, вот, и от выборов, которые делаются.
Я, если можно, еще прокомментирую тот момент про то, почему женщины часто выбирают заможних, да, обеспеченных мужчин. Вот, потому что там, на самом деле, часто это нарциссическая история. Вот, когда женщина себя ощущает какой-то в зависимости от того, какой с ней рядом мужчина. Вот, и часто так бывает, что есть такое ощущение, что если рядом со мной там обеспеченный мужчина, значит, я какая-то тоже очень классная и хорошая. Это как раз вот про неосознанность и про то, что там, собственной самоценности ее, как правило, не хватает, когда я пытаюсь ее за счет другого человека компенсировать и себя каким-то почувствовать. Ну да, есть такая думка, типа, він же зі мною, тому що я така. Да, вот. А у мужчин в этом смысле, это похожая история. То есть если я, например, выбираю себе дело в жизни, которое мне нравится, приносит удовольствие, я себя в этом чувствую гармонично, целостно, то, в общем-то, для меня не столь важно, сколько зарабатывает женщина. Там может быть конфликт на почве того, как нам куда поехать отдыхать или в каком месте жить, но от этого моя самооценка никак не страдает, потому что я понимаю, почему я сделал такой выбор, почему я как-то, не ударился в заработок, в какие-то там достаточно большие суммы. Но это, правда, вопрос там, прийняття і самоцінності, і осознанності виборів. Вот. Знаєте, мені також цікаво розібратися тепер по структурах сімейного бюджету. Тобто ми заговорили про безпеку, і в якійсь мірі я розумію безпеку, от якщо, наприклад, дружина вже вагітна, має бути якийсь золотий запас, який ми відклали. От я зараз хочу розподілити цей сімейний бюджет, що це має бути запас, які ще пункти у нас мають бути в сімейному бюджеті. Хорошо, тогда очень просто делим их на три части. Вот, вопрос, первый, он такой практически всегда присутствует, это вопрос безопасности, то есть, пока мне негде жить или непонятно, что я буду кушать завтра, или как мне там завтра сходить к какому-то самому простому врачу или купить самые простые медикаменты, безусловно, я буду сфокусирован на этом. Когда эта потребность закрывается, то дальше начинается, можно уже и вместе получше жить, еду какую-то повкуснее покупать, одежду тоже там чуть посимпатичнее, то есть, такое про какое-то удовольствие. И третье, это когда, я могу делать какие-то, именно как прихоти свои, что ли, удовлетворять, да, то есть там покупать, например, какие-то предметы искусства, машину не простую купить, а прям суперклассную, вот, там вещи уже, там, не экономные, какие-то очень такие прям, у женщин, например, мне кажется, это хорошо в косметике проявляется, да, то есть когда, денег не очень много, то, в принципе, попроще какая-то косметика, вот, когда их сильно много, то косметика прям уже такая становится, что вот смотришь на ценник, думаешь, Нас так впитали зараз просто максимально. Правда. Так. Якщо чесно. Дивіться, це я вважаю як сходинки. Тобто перший етап, піднімаємося, другий, третій. А я от хотіла саме зрозуміти про структуру сімейного бюджету. Тобто я чула, що, наприклад, 10% краще відкладати це як такий золотий запас. Ми платимо собі за наші старання і потім накопичуємо його протягом року. Ось так от. Так. Потім, наприклад, другий етап – це там на якісь комунальні потреби. Чи можемо ми ось так розділити сімейний бюджет, які мають бути пункти, щоб ми розділили гроші, ніде не програли? Слушайте, знаете, я не знаю, у меня в жизни, если про себя буду говорить, вот у меня были, разные этапы со всем, разным уровнем дохода, вот, и клиенты ко мне тоже приходят с, разными уровнями дохода и тоже с каким-то разным опытом. Я думаю, что зависит от того, как много денег. Потому что если у меня, много денег, то я вообще там особо не задумываюсь там про коммуналку, про безопасность, оно как бы само по себе там есть, и я этого, никак не ощущаю, точно никак не структурирую. Я думаю, что вот такой вот подход, такая очень там четкая структуризация, она скорее там от какой-то, внутренней тревоги происходит. И тогда с психологической точки зрения это обычно там, про какую-то, безопасность, про какой-то страх. Либо же вторая часть, тоже, мне кажется, там про некоторую крайность, это про, некоторые, нарциссическое удовольствие от того, как эффективно я могу распоряжаться деньгами, как я могу создавать какие-то фонды, вот. Но это все равно так, от некоторой тревожности, что мне надо постоянно вот это все контролировать. Вот, мне, например, так, дискомфортно. То есть я так, не люблю делать, потому что, как бы зачем? То есть понятно, что есть основные потребности, там, оплатить квартиру, там, купить какую-то еду и запланировать, что вот здесь у меня вот здесь будет пару каких-то там, трат, а остальное, есть только денег, хорошо, тратится. Тратиться теж нічого страшного. А чи потрібно ввести якусь звітність сімейного бюджету? Бо я просто знаю, що дуже багато пар, особливо вже які довго прожили, у них виникають суперечки через те, що ой, тут ми якось дуже багато витратили, а ми планували це, а тут якби менше. І це виникає через те, що немає цієї фінансової грамотності, що тобто не планували, не розписували, не розраховували. Ні, знаєте, мені кажется, з моєї точки зрі, це виникає не по тому, це виникає якраз тому, що в парі границі не простроєні, і тоді вони намагаються за счет формалізації, вот такой вот, этот вопрос для
себя решить. Вот, ну, почему мне так кажется? Потому что если у женщины ну, нормальный для ее ощущений достаток, у меня нормальный для меня достаток, мы обсудили, как мы распоряжаемся нашими совместными расходами, кто за них там как отвечает, а все остальное это, в общем-то, сугубо личное дело каждого. Вот, это когда у нас прям совсем совместный бюджет, ну, не знаю, мы почему-то так решили, и там вот этого интуитивного ощущения нет, что, ну, как-то вот так деньгами можно распоряжаться. Тогда, конечно, прям необходима такая строгая структуризация. Вот, ну, оно, с одной стороны, вроде снимает напряжение, а с другой стороны, это постоянно нужно за этим следить, это поддерживать, не знаю, контролировать расходы партнера, вот, это, ну, прям такая... Тобто, умовно можна домовитись, що якщо ти там, люба моя жінка, потратила там 2000 гривень, можеш зі мною не погоджувати. Якщо там це якась там дороговартісна покупка там більше, ніж 10 тисяч гривень, питай мої думки. Тобто це так має відбуватись, чи як? Мені кажется, вот, ну, не знаю, там, если бы прям как совет давать, то, наверное, что надо выделить те расходы, которые являются жизнеобеспечивающими, вот, их отнести в приоритет, обсудить, за счет каких доходов мы эти расходы покрываем, кто конкретно как это делает, а все остальное, кто что заработал в свободном порядке, это тратит. Ну, и если, например, я, там, ну, не знаю, больше заработал или больше зарабатываю, и мне там как-то хочется что-то, ну, не знаю, там, приятно сделать своему партнеру, то, в общем-то, ну, тоже вполне такая хорошая история. То есть приоритет, ну, выносим то, что самое основное, то есть там жилье, еда, медикаменты какие-то, может, учеба, еще что-нибудь. Вот. А дальше уже так это вот. Ну, что осталось, то и тратим в удовольствие. Хочу, пойду себе в кубышку положу. Ну, еще один такой тонкий нюанс є. Дуже ми стали проєвропейськими. Це коли чоловік там навіть з дівчиною, йдучи на побачення, каже, я плачу за себе, ти платиш за себе. Або починаємо жити разом, скидаємось на квартиру. Багатьох дівчат це не влаштовує. Ну, а чоловіки такі, ну, типу, ну що, ми ж в Європу йдемо, ну, я заробляю стільки, я можу витратити, ти заробляєш стільки, будь ласка, там, і так далі. Що робити, коли вже на етапі навіть побудови цих стосунків от не складається? Ну, все, плохо все. Тобто потрібно розходитись, ну, перевчати чоловіка не потрібно. От перевчати точно нікого не нужно, вот, обычно, ну, этого можно каким-то образом добиться, чтобы он или она вели себя так, как мне удобно, но если внутренние интенции у человека, который мне симпатичен, на это нету, а для меня лично это является принципиальным вопросом, ну, скорее всего, будет очень-очень много напряжения. Вот. Но надо задуматься, нужны ли мне отношения, в которых я буду испытывать так много напряжения. Вообще там, ну, как бы вопрос, ну, не знаю, там вот он чаще тоже, часто на парной терапии поднимается, ну, в любом контексте, в деньгах это точно так же. Могу ли я с этим, ну, как-то жить? Ну, вот не знаю, там, женщина ожидает, чтобы я ее обеспечивал. У меня другие убеждения. Готов ли я для себя, для того, чтобы с ней быть в отношениях, эти убеждения принимать? Будет ли мне, ну, в этом комфортно? Как я буду себя чувствовать? То есть вопрос, ну, всегда скорее в то, как, ну, как мне с этим находиться. Вот. И он такой, получается, тогда про... Ну, про гибкость в отношениях, потому что, ну, за себя я точно могу отвечать. Я, ну, могу лучше к себе понять, лучше к себе прислушаться и понять, где мои границы и как я могу их там чуть-чуть подвинуть, чуть-чуть расширить. Или, может быть, сильно расширить. Ну, вдруг там, я не знаю, там, от того, что я буду там ее обеспечивать, я буду себя как-то прям, ну, совсем хорошо чувствовать. Вот. Ну, точно так же и для женщины. Там, ну, вот, там же важно понимать, почему там женщине, ну, важно так чувствовать вот эту всю историю в том, что мужчина там ее, ну, эти базовые потребности или не базовые закрывает, там, что ей это ощущение дает, и правда ли она готова в этом смысле, ну, вот так довериться кому-то, чтобы кто-то, значит, ей как-то это ощущение, ну, помогал поддерживать. Это же такой всегда, ну, несколько зависимый паттерн, когда мне надо, чтобы кто-то что-то мне, ну, обеспечивал. Вот это говорит, ну, про то, что я сам не могу этого сделать. Вот, в общем, такая... А мне цікава особисто ваша думка с цього приводу. Да. Ви як вважаєте? Ми маємо жити по-європейськи? Чоловік за себе, жінка за себе, чи от як за вас, ну, для вас? Угу. Ну, я считаю так, что каждый человек при нынешних реалиях, ну, вполне имеет возможность быть самодостаточным. И вообще хорошо быть самодостаточным, потому что это про психологическую взрослость. Вот, потому что, ну, когда вот ребенок маленький, задача родителя его обеспечивать, закрывать его нужды, там, вот, любить, поддерживать — это одна часть. А вторая часть родителя — это помочь ребенку стать взрослым и стоять самостоятельным во всех планах. То есть когда, ну, личность может полностью на себя положиться практически во всех вопросах.
Вот это вот, ну, базовая часть, с которой было бы хорошо встретиться, ну, именно в самом себе. А потом уже после этого начинается гибкость, забота и внимание по отношению к другому. Вот, ну, поэтому мне вот такой подход импонирует, что я бы хотел, чтобы рядом со мной был человек зрелый, самодостаточный, который может сам закрыть свои вопросы. А вот, ну, моя поддержка и забота и внимание — это не потому, что я это должен делать, потому что, ну, там, не знаю, ситуация такая, вот, что там, ну, в какой-то момент, не знаю, там человек заболел, решил поменять профессию, там, ну, опять-таки, там, женщина там забеременела, вот, и в этот момент, там, ну, понятно, что там эти вопросы хорошо, чтобы я мог закрыть, либо же, наоборот, там, как-то, ну, не знаю, проявить какое-то внимание, вот, поэтому у меня модель такая, каждый самодостаточен, но, как и в отношениях, там, друг о друге заботиться. Але може підставити плече. Да, вот я так вижу. Дякуємо вам. Я, в принципі, все для себе зрозуміла на майбутнє. Вже якщо буду планувати сім'ю, одразу на березі сходимося, проговоримо, а потім відправляємося у плавання. З нами сьогодні у студії був Володимир Гаріпов, психотерапевт, і ми говорили на тему сімейного бюджету. Ну що ж, ми сьогодні про нерухомість говорили, про красу говорили, про сезонні овочі говорили, та ще й поспівали, і все це на нашому YouTube-каналі «Правда тут». Якщо вам подобається відео, обов'язково натискайте свої вподобайки, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нове відео. Ну і, звичайно, якщо воно вам сподобалось, поширюйте у своїх соцмережах, тому що нам буде, ну, дуже приємно.